Йоу. Пока идет отсчет до 10, ты должен встать и продолжать драться. Ведь это только начало твоего пути, сгореть и возродиться заново, найти в себе силы подняться. Если ты чувствуешь боль, значит ты жив. Это не просто спорт, это порыв души. Так важно быть в гармонии с собой. В приоритете те, кто выбирает рукопашный бой. Твои страхи остались в прошлом, когда ты запустил этот наркотик под кожу.